Лукашенко захотел приучить белорусов пить по-европейски. Жители Беларуси должны привыкать к европейскому варианту потребления алкоголя. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает агентство Белта. Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровье это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин, сказал он. Лукашенко подчеркнул, что выпивать 1-2 бокала в день это полезно, но только, если вино качественное. Он также рассказал, что продегустировал несколько сортов местных вин во время официального визита в Молдавию. Мягкое, хорошее вино, отметил президент. По его мнению, молдавские вина отличаются высоким качеством. Когда их не пустили на российский рынок, а Европа им не открыла свой рынок, они оказались в коллапсе. И они вынуждены были напрячься и производить супервина высочайшего качества. Они обновили оборудование, у них появились новые технологии. И они предложили прекрасный вариант вин, заключил Лукашенко. Запрет на импорт молдавских вин впервые был введен в 2006 году. Решение было аргументировано наличием в продукции пестицидов. В сентябре 2013 года Россия снова приостановила ввоз вин из Молдавии после того, как было выявлено несколько партий молдавской алкогольной продукции, не соответствующих требованиям безопасности. В мае 2017 года Роспотребнадзор разрешил поставки в Россию 20 видов молдавских вин. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.